перебирая свои старые запасы, свои старые копилки с советской мелочью, обращайте внимание, среди советских монет тоже очень много брака. Встречается он даже среди юбилейных монет. Вот перед вами видите одна юбилейная монетка. Здесь у нас край листа, притом с двух сторон. Это брак, и очень, очень интересный брак. И вот еще одна монетка тоже, тоже здесь у нас край листа. И обратите внимание, это не сточно. Если вы будете стачивать, то же самое вот так вот у вас не получится. Этот коллекционер сразу заметит и эту монету у вас покупать не будет. И среди простой мелочи очень часто встречаются выкусы. Вот смотрите, пятнашка с выкусом. Вот пятачок с выкусом. Троечка, даже с двумя, с двойным выкусом у нас идет, видите, какая приятная. И даже на маленьких-маленьких копеечках и то можно встретить вот такие бракованные монетки с выкусом. И это мы вам показали только выкусы. А еще бывают другие браки. Вот, смотрите, у меня целый альбомчик, где советские монеты сложены. Ну, большое количество советских, есть немножко иностранных, которые имеют разные браки. И соосности, и трещины, и чего только здесь нету. То есть обращайте внимание, в любом случае эту монету всегда можно подарить вашему другу нумизмату и вашей. Ну и вот сами получите удовольствие от того, что вы нашли брак в своей копилке.